нанесение надписей на форму «Спортпринт-М». А он его оставил в игре, чтобы быстрее начали атаку. В следующей атаке этот игрок получает желтую карточку. Соответственно, это у него была бы вторая бы. Подойди, хочешь со мной в кадр поговорить? Давай, давай. Мы вместе, чтобы красиво было. Игрок получает карточку, и потом нам в этой следующей атаке забивается 3-1. То есть, по логике, мы должны были 5 минут играть в большинстве, а он этого игрока не удаляет.
Александр Петросян или Максим Симонов, можно, пожалуйста, судей назначать, которые хотя бы знают правила футбола и трактуют их правильно? Очень хотелось бы приезжать в выходные, платя за это деньги, получать удовольствие от судейства, от игры. А так как это вы пока предоставляете услуги низкого качества, вот как бы у меня больше сказать нечего. Спасибо. Так что всем спасибо.